Всем привет! Меня зовут М.Дж. Рамон, и добро пожаловать в Трайн 2 от Крафт-шоу. Ну, как вы догадались. То, что говорит, что это от Крафт-шоу, я думаю, нет даже никакого смысла. Вы сами все прекрасно наблюдаете. Можно я присоединюсь к вас в вашей вечеринке? Пичу! Пичу! И потом даже... Фейерверки! Чу! Ты, главное, надень очки нашей вечеринки. У меня есть звездочки и сердечки. Какие? Ну вот, один глаз звездочки, другой сердечки. Слушайте, я как-то оказался вверху на какой-то платформе. Ну да, там ничего нету, там нам вправо идти надо. Эту игру типа еще и проходить можно. Представляете? Ю-ху. Давайте упадем вниз и Вы посмели вторгнуться в мое логово? Крыши! Вали! Спокойно, спокойно. Это кто такой? Я не ожидал Халка тут увидеть. О, кстати, я... Король гоблинов? Он только что представился. И давай будем слушать, и мы поймем, что здесь происходит. Ну, мне точно конец. Давай, давай. Можете попробовать меня вытащить. Слушайте, я... В тюрьму запру. Я почти идеально его убил. Я ему там столько урона нанес. Но я мертв. И Тюна мертва. Тюна. У него остался один удар вообще. Чёртов король гоблинов. Несомненно. Поехали. Я хотела куклу поставить, которая взрывается. Блин. Держись сзади. А, он уже мертв. Я хотел заново. Вот честно, я хотел заново. Наконец-то сокровище. Корону я оставлю себе, если вы не против. Ура! Мы очистили замок именем Ее Величества. И наше королевство скоро тоже будет спасено. Возвращаемся в тот дом? Не торопитесь. Я хочу сперва осмотреться. Может, найдем королевские сокровища, о которых говорила Розабель? Может, не стоит? Я хозяйственная. Что-то интересное. А, это выход. Я думаю, сейчас кто-нибудь к нам выйдет, но нет. А можно я здесь посижу немножко? Выйдите. Да. Подожди, нам мне нужно посмотреть сокровища. Вот эти вот. Мне очень нравятся вот эти доспехи на заднем плане, очень красиво сделано. Я бы такие носил бы даже. Ага. В троллейбусе какой-нибудь ездил бы. Но у нас нет троллейбусов, поэтому я ездил бы в маршрутке Богдан. Представляете, заходит такой. И все такие: боже мой, это же алхимик из стального алхимика. Представляете? Да, представляю. Именно так и будет. Пошли. Всех алхимиков лицо знаешь. Обычно. Чекпоинт. Ух ты. Картинка. Смотрите, это Изабель. Вот ее имя. Сестра Розабель, которой принадлежал портальный медальон? Да, и где она сейчас? Где? Я же спросила, а камера так приблизилась. Дорогая Изабель, с 18-летием тебя, а также с титулом кронпринцессы и наследницы трона. Чтобы отпраздновать это событие, я приготовила тебе в погребе сюрприз. Только это секрет. Никому не говори. Иди через прачечную, я там тебя встречу. Розабель. Вот не сука! Иди. Никогда не... Поддавайся на это. Но на что фильмы не видела. Артефакт душ. Ух ты. Он наделен огромной силой. Я могу использовать его, чтобы вернуть тебя и возродить королевство. Слишком много катсцен. Троица хочет, чтобы мы пошли туда? Окей. Пойдемте за ней. Нет, это хочет она. Что-то мое предложение как-то... Вперед! Да, все уже прыгнули как бы, да. После битвы с королем гоблинов герои осмотрели замок. Там они нашли свидетельство того, что Розабель была не единственной принцессой. Похоже, что Изабель и Розабель однажды были близкими подругами. Но что с ними сталось? Несмотря на протесты Амадея, Зоя повела героев в подвал на поиски сокровищ и секретов. Главное – сокровищ. Ну, секреты тоже интересны. И сразу женская точка. На поверхность. Да? Я не услышал. Что?
Женская точка зрения. Нет, я не услышал другого тебя. А, мы осматриваемся и сразу же выбираемся. Ну, тут трусишка, зайка серенький. Прям как ты. Пойдем на поверхность, я люблю солнышко, позагораем. Опять вниз? В твоей шляпе-то. Сейчас, подожди, сейчас. Не смог. Хочешь туда, Тюн? Да. Давай. Ну тут ничего такого нет. Пацаны, девчонки, помогите. Падаем. Тройка, тройка, вернись. Семерка туз. Не бери меня домой. Я больше не могу. Наверное, это часть тела какого-нибудь гигантского краба. Часть тела? Ну, спасибо. Поддержал. Мегамозг. Предложил вариант. Он меня съест или... Не, он просто пялится. О-о-о. Не, смотри. Нажал на кнопку? Не, я ему по лицу ударил, по глазу. Так, смотрите, я поднимаю заглушку, и мы отойди оттуда. Неизвестно, что там. А, все нормально. Воздух, да. Здесь веселящий газ. Почему я так странно разговариваю? Все нормально. Да, все в порядке. Смотри, скорее всего, нужно как-то что-то с чем-то объединить. Я объединяю фонаря и не знаю, зачем я это делаю. Ну, может быть, надо путешествовать наверх? Нет? Путешествовать наверх. Путешествуй наверх. Давай. Блин, не получилось. У Хоббита было путешествие туда и обратно, а у нас будет путешествие наверх. Слушай, не получается? Дайте по одному. Давай ты. Давай. А там теперь я сейчас такой... сейчас газ закончится. А теперь еще и кислота. О, боже. Может, не стоит идти дальше? Давайте. Мой щит ей не прожечь. Я его на той неделе как раз покрыл кислотоустойчивым лаком у кузнеца. Да, он правду сказал. Проверяю. Нормально, да, все? Да. Все получается. Но нужно грамотно нам поступать. Тюн, ты как-то уменьшила. Убери пузырь. Пузырь вон. Спасибо. А я не могу допрыгнуть. Давай я тебя намагничу. А давай как серфер опять. Ставь планку, я тебя намагничу. Благодарю, Симус. А я... Ура! Смотри, командная работа. А теперь вам нужно постоянно подо мной находиться. Вот прям под моим щитом. Я же могу пузырь поставить. Ну и что? И? Можно я хоть раз в жизни что-то сделаю для команды? А хотя, стой. Ты нас намагничил недавно. А, и да, оно блокирует. Смотрите, жидкость здесь вообще не работает. Но, сейчас сзади потечет, Тюн. Как только ты сейчас поменяешь пузырь. Ты можешь, кстати, или вот так, да, как Рич сделал, господи. Все. Еще так можно. Стоять. Все, нормально. Да можете подо мной проходить без проблем. Да все, уже ничего нет. Ух ты, ё. Сзади. Спереди! Где еще? Хватит. Этого было достаточно. Идем ли мы туда? Нет. Что? Я танк, я выполняю свою функцию. Танкую. Ты аккуратнее, раскачивай вещи. О, оно застряло. Оно застряло там только что. Давай. О, так. Не боись. Прыгай в эту штуку. Там шуруев не дали. Я шучу. Это что было? Это зачем? Тут, наверное, где-то должна быть кнопка, да? Давай, Тюн. Было чуть-чуть больно. Ну, ты проходишь, нет? Там на щите же остается эта фигня. Что ты делаешь? Давай я сделаю. Ну, он я не уверен, что он делает, но у него это получается. Да, самое что удивительное. Я того же мнения. Ну, ты добрался. Я тебя поздравляю. Я хотел тебя спасти, у меня это не получилось. Там смерть. Что ты сделал? Я ничего, там звери. Давай, взрывайся. Двери наглые. А тюна. А они не взрываются, кстати. Кто не взрывается? А что должно взрываться? Вот эти штуки? Ну, я думала, эти ёжики взрываются. Я сейчас сделаю вот так, смотри.
Да. Отпугивай, давай, отпугивай их. Смотри, забоялись, убежали. Вниз. Прыгать, что ли? Так, ну смотри, там что-то... А, вот там как разбилось все, и теперь можно там пройти. Да, но нам мост надо поднять. Надо, да. Ой, слушай, я не вижу. То есть здесь же ведро, ты... как бы это, значит, оно я перепрыгнул на ту делать. Сторону. Отлично. Сейчас посмотрю, что здесь есть. Давай. Но здесь есть возрождение. Там были убийцы. Будь здорово. Спасибо. Все, Тюн. А как ты да. туда запрыгнул? Возможно, Амадей сумеет прикрепить что-нибудь. Куда? Туда он запрыгнул? Куда? Куда смогу прикрепить? Ребят, что прикрепить? Вы там, вы слышали, что голос только что говорил? Что-то прикрепить. Нет. Я не слышал. Я вслепую бросил молот нечаянно в эту сторону и, видимо, попал, да? Куда-то, не туда. Это было точно. Я, по крайней мере, ускорил процесс твоего прибытия на эту сторону, так что... Да нет, я уже был в конце пути. Следующая конечная. Так, чего он сказал? Я могу что-то приблизить... Возможно, Амадей сможет прикрепить что-то к этим шипам. Вот. Которые мы выбросили вниз? Оу. Вот, смотри. Там чудило внизу. А, я никогда в жизни не заберу теперь эту штуку. Ну, к шипам я что-то прикрепил, Стэн, конечно, но... Что дальше? Все нормально как у тебя? Тебе? Вы, тебе ребят, ну вы же понимаете, что тут сейчас надо поднять вот эти штуки. То есть нужно найти какую-то кнопку. Возможно, она сверху. Но, возможно, но Тюне надо вон. Зацепиться. Вон кнопка. Там за рычаг. Что? Аккуратней, пожалуйста. Сверху ты там ни за что зацепиться не можешь? Нет. Там ну, какой-то порог. Она может зацепиться за мои вот эти вот. И, мне нет. нужна деревянная поверхность, а ее тут нет. Ну, а мы ставь, все выбросили, ставь да? мне платформу, я на нее запрыгну и потом прыгну туда к этому рычагу. Ну, без кислоты было бы неплохо. А, подождите, тут подраться надо. Сейчас, сейчас. Тут народ на меня нападает. Сейчас, одну секунду. Дергаю рычаг. Отпускаю рычаг. В общем, вы там переходите, давайте, я тут дерусь. Эй, это ж кто разрушает мои... Она нагревается, кислота... Нет, нет, там колья, это колья разрушают. Нет, кислота разъедает. А ну попробуй, не касаясь кольев. Или касаясь кольев, да, кислота, скорее всего. Да. А теперь обратно. Как у тебя все ловко получилось? Я хочу вот эту штуку. Ура, смотри. Ты уверен, что оу! У всех на вышло. Того стоит? Чё это еще грибок было? Там подобрать можешь. Грибок? Грибок, ну вот слева. Классный. Видишь, светится? Ты что делаешь? Рефлексы ниндзя. Можешь еще выше один раз вот меня сюда? А, давай, знаешь, что мы сделаем? Давай меня вверх, вверх, вверх. Я сам поднимусь наверх тоже, чтобы было... Я в ведре покатаюсь, мне нравится. Давай. Я могу сам его, кстати, раскачать? Ух ты! Раскачаем. Что там выше? Кислота! Тихо! Нет! Нет! Я жива, я выжил! Как я это сделал, я не понимаю совершенно. Тебя подлечили. Слушайте, тут еще один рычаг. Это другой рычаг? Или... А, это вы уже нажали, да? Вот он поднял эти платформы. Да. А, кстати, на заднем плане фигура Ктулху, если что. Ну так. Что, ну так? Я не вижу связи. Трайн и Ктулху. А я вижу. Она. Твою мать. Я решил покончить жизнь самоубийством. Тюна, прыгай направо. Как раз кисло... Прыгай, 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 прыгай. Давай, 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 ты сможешь. Я не знаю, что сделал этот рычаг, но я его нажал. Он, видимо, отключил кислоту. О, вот и я. Да, он отключил кислоту. Да, и там что-то еще можно достать. А, пофиг, погнали вперед. Нет. Тогда я забираем поплыл все, вниз. Лутаем. Не надо так переворачивать. Кстати, так. Блин. Ну, она там что-то нашла. Я нашла, надо это сейчас вот так вот сделать.
Мне нужна помощь. Да, что такое? Чья-то. Что-то разрушило, подожди. Тут нужно вытащить бочку. Господи, у вас тут Армагеддон какой-то происходит. Да, там свалились кирпичики. Чтобы... Рич, иди сюда, попробуй, может у тебя получится, смотри. Получится! Здесь что-то сделать. Бочка, видишь, вот? Ты можешь ее манипулировать ею? Не, из воды не могу. Как мы можем ее вытащить? Она на веревке привязана к другой бочке. Подожди, сейчас я... А вот так могу. Тащи вправо. Можешь? Я больше не могу. Ха. Вспомним... О, я проплыл. Разбрался. Тюн, закрывать его там, нет? Да, закрывай. Ха-ха, не знаю. А, смотри, тут надо обрезать. О, выше. Так, выше меня, выше. Так, стой. Что может быть выше тебя? Вот. Так, все, успел все собрать, отлично. Опять сломали мою досточку. Так, для дела. Тюн на все ответ, ну тык. И нельзя с ней не согласиться. Классный механизм. А нужно ли? Ну, ты пока жив? А, тут бочку, походу, дела можно забрать. А зачем она нам? Ну, с нее, да, мы можем выпрыгнуть. Тут потоки этого воздуха, они достаточно сильно мешают перемещению. Давай, тащи бочку. А где бочка-то? Вот она. Ты ее из воды вытянуть сможешь? А, не из воды. Где тут? Да, где вода? Я как-то воду ждал тут увидеть. Ожидал. Но она закончилась. Вода закончилась. Не заплатили? Да. Я же говорил, нужно счетчики вовремя поверять. Надо... Это все две бочки, да, которые у нас были? Да. Я, возможно, допрыгну. Не допрыгну. Не, на самом деле я вас перенесу вот так вот. Но можем придумать какой-нибудь другой способ. И если есть желание большое. Но может быть здесь нужно использовать какие-нибудь примочки для изменения направления потока воздуха. Допустим. Там... Они там есть? Ух ты, ништяков понападало. То есть правильно все же выстрелила, да? Да. Удивительно. А дальше страшно. Эй, на берегу! Я вас не вижу. Ну иди. Да, что там? Смотри, он тебя целит. Лови! Добрый Рамон. Так, вот тут уже стрёмно. Да. Тут уже стрёмно. Вставать в кислоту. Рич. Суперсёрфер! Ну, не совсем серебряный, но сёрфер. Супа-серфер. Какой... Соблазн. Короче, я прохожу сам. Ну... А как вы заблокировали это? Там паук, да, паук. Да, паука, по-моему, убили сейчас. Сейчас, тихо. На! И шестереночки. Почему рядом с... Слушайте, давайте назад, потому что я думаю, что там какая-то секретная должна быть локация. А он уже там все залутал. Я смотался наверх, там нормально все теперь. Могу показать. Желающим. Я через шестеренки здесь никак, наверное, назад не смогу пройти. Ладно. Мы смогли. Ну, поверху, может быть, да, с помощью твоих штучек-дрючек. Да, мне кажется, я выбрал самого мощного игрока, самый мощный персонаж в этой игре. Он хоть и с виду трусливый, но на самом деле... На самом деле, это правда. Но на самом деле он сделает игру. Так, вы уже далеко так ушли, что ли? Кто вы без меня? Рыцарь. Действительно. Филантроп. Красавчик. Филолог. Предпринимательница. Это была почти цитата из фильма «Железный человек». Будто бы никто не знает. Ну, Рич не знает. Он не смотрел. Как это? Я не смотрел, но я все знаю. Видишь? Я все про тебя знаю. Я даже знаю, что ты не смотрел. Не-не-не, подожди. Не из «Железного человека», это из «Мстителей».
из Мстителей. Вот и нефига тогда. Сейчас я тебя закую вот в эту штуку. Давай. Так, что за... В тюрьму. Закую а в тюрьму. А меня-то за что? Меня-то за что? За компанию. Да, я сейчас освобожусь. Через 3, 2... Ну, пробирайтесь, пробирайтесь, я на вас посмотрю. Что там? Вот, смотри. Так, сюда нужно что-то или... О, так, заползла. Ой, какая тут бочечка, может быть, к вам ее скинуть? Это? Да. Или... Заберем с собой. Ну давайте. Покажите, как вы смотрели Железного Человека и Мстителей. Блин. Давай, показывай. Чему ты нам научился? Блин. Я там ничему не научился. И я даже не говорил, что я там чему-то научился. Так что... А я научился. Почему мы не можем? Давай, уходи, бочка. Бум. И... О! Педали. О, крути. Велосипед. Тюн. Да, давай, я самый толстый, я покручу. Тут кнопка. Ай-яй-яй-яй-яй. Я умерла. Блин. Как ты могла умереть? Там же кнопка. Там кнопка, которая вызывает бочку с порохом. Ух ты. Слушай, классно, я открыл способ путешествия в пространстве. Да ты вообще уже все такое. Раньше нас хотя бы переносил туда-сюда. Да, теперь мы такие. Вы видели эти верхушки. А теперь я. А, с порохом и правда. Педали поломались. Не, сейчас всё будет. Педали. Отдите бочку с порохом, я педали. Принесу. Педали. Всё. Ну, ты. Давай. Ты хочешь сказать, придите сюда к моим педалям или чего? Это мертвая точка. У каждого механизма есть мертвая точка. Педаль, Тюна. Блин. От педаль, педаль. Оу-оу-оу-оу. И кто волшебник? Тот спорит. И кто спорит? Ты по голове, ты... педалью. Знаешь, что вы хотите? Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Вот это сейчас про тебя. А я не против. Так, как эти мосты поднимаются? Развращение извращений. Как мосты поднимаются? Вот так. Там есть... А, все понятно. Все, я понял. Вот, надо опустить. На самом деле, надо, значит, сейчас напедалить. Надо использовать эту. А я тут повесил, бочечку. Да? Бочечку. Ну, в принципе, я тут могу повисеть, так что. Ну, ты там зацепиться сможешь, да, как-то? Не сможешь, она ж опустится. Да, мне интересно, зачем мы всем этим занимаемся, если я могу сам перелететь и вас перенести. Ну я на месте. А где же фан? А мне весело, а чё? Интересно, я могу... Слушай, я могу, наверное, этот мост опустить своей кувалдой, а ну сейчас, смотри. Но не совсем на ту точку надо применять давление. Сейчас. Давай, вызывай бочку. Уходи. Эй. Бочку еще толкнуть надо. А твои штуки, они не особо тяжелые, да, я так понял? Это ты о чем? О чем и... И вообще, как бы... Можно ли это обсуждать в эфире? Нет, смотри, нормально. Твои квадратные штуки. А может быть, пузырь им сделать, нет? Ну, давайте и там залевитируйте уже вдвоем просто на его платформе и все. Хорошо, да. Иди сюда. У меня есть решение, да? Которое Рамон озвучил. Ну? Я пока Тюну покатаю. А тут весело. Спасибо. По голове. Речь. Хорошо, что я был в шлеме. В колпаке скорее.